Накануне железнодорожники России отметили свой профессиональный праздник. По такому поводу в Алдане прошли мероприятия, посвященные знаменательной дате. Подробнее о них далее. Каждый день на станциях компании «Железные дороги Якутии» прибывают поезда с пассажирами, довольными хорошим обслуживанием. Более 35 тысяч пассажиров и свыше 2 миллионов тонн грузов перевезено с начала года по основной магистрали Якутии. С такими трудовыми победами работники компании встретили день железнодорожника. Растут доходы, растет объем, и мы уже востребованы в городе Якутске. Вы знаете, Нижний Бестяк заработал, очень активно заработал. И сегодня ведутся переговоры, и газовики, и все уже первые вагоны «Газпрома» пришли сегодня на станцию Нижний Бестяк. В этот же день были награждены отличившиеся работники. Людмила Алексеевна Ефремова, начальник отдела маркетинга и договорной работы. Ваши аплодисменты. В компании уменьшается текучесть кадров. Это в первую очередь связано с материальным и бытовым обеспечением кадров. Сегодня руководство компании и профсоюзная организация, мы прилагаем очень много усилий для того, чтобы создать самые благоприятные условия как для жизни, так и для работы нашим работникам. Предоставили квартиры 24 семьям. Компания наметила дальнейшие планы работы. Среди основных задач – запуск линии «Томмот-Нижний Бестяк» в постоянную эксплуатацию.